Всем большой привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал, спасибо за подписку и лайк. Сегодня идем с вами в Fix Price, это город Курск, смотрим новинки. Приятного просмотра! Новые зубные пасты появились детские, цена 55 рублей, крепкая эмали защита от кариеса. Мы с вами видим, что 2 плюс по возрасту, в комплекте зубная паста плюс зубная щетка. Мягкая зубная щетка, специальная щетина. Зубная паста устраняет зуд и раздражение десен. Зубную щетку мы можем выбрать по цвету любую. Есть розовенькие и бирюзовые. Масло виноградной косточки, косметическое. Предназначено для ухода за кожей. Цена 99 рублей. Формула красоты с витаминами. И также появилось масло ши косметическое 200 миллилитров для ухода за кожей, 99 рублей цена. От бренда Чистая линия появилась скраб маска 3 в 1, устраняет черные точки, матирует и улучшает цвет лица. Масло ши, цинк и глина входит в состав. Цена такой маски 99 рублей, 100 миллилитров в упаковке. Еще вот такая новинка, крем-скраб для лица, абсолютная чистота, 3 в 1, способствует устранению несовершенств, повышению эластичности, сохранению молодости кожи для всех типов, 99 рублей цена. В отделе игрушек, смотрю, прямо завалено что-то мягкими игрушками, давайте посмотрим. Из серии «Животный мир» по 199 рублей. Вот такой вот появился у нас. Носорог. Интересного такого нежного розовенького цвета. Хамелеончик. Собачка. Пушистая. И очень-очень милая. Вот такой милый хомячок. Какой-то суслик, наверное. Кстати, игрушек по 2, смотрю, по 2, по 1, поэтому кому нужно, спешите. Вот такой зайчишка длинноухий еще есть. И единорожка. Глазки прикрыла и кайфует. Наверное, дракоша. Мишка. Вот мне еще понравилась звездочка. Сердечками нежная. Сушилка на батарею. Заменяет 3 метра бельевой веревки. По размерам 33 на 51 сантиметр. Срок годности не ограничен. Состав нержавеющая сталь. Окрашенная и полипропилен. 199 рублей цена. С виду все хорошо. Кому необходимо, присмотритесь. У нас они только в бело-голубом цвете. Появилась еще вот такая красота, милота. Часики 149 рублей. Батарейка в комплект не входит. Они идут часы настольные, даже с фоторамкой. Интересный белый цвет. А еще есть вот такой вот розовенький. Шикарная тоже новинка. И нашла у нас еще вот в таком вот бирюзовом цвете с киской, мечтающей о рыбке. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую вы приобрели бы себе, в каком цвете вам приглянулось больше. Подсветка светодиодная, с креплением. 6 креплений с шурупами в комплекте. 199 рублей цена. Длина подсветки 100 сантиметров. Теплый свет. Вот такая вот интересная новинка. Я знаю, что очень многие уже приобрели такую. У нас она только появилась. Может быть, кто-то поделится в комментариях, как вам она. Штекер также вижу в комплекте. И переключатель тоже в комплекте. Замечательная новинка. Надо пробовать покупать.
Вот такой еще светильничек у нас я обнаружила в стиле лофт. 199 рублей цена у него. Он один единственный у нас стоял. Не видела еще таких. Тоже здорово смотрится. И очень похож на тот, который я вам уже показывала. Снова появились в продаже по 149 рублей шары воздушные со светодиодной гирляндой. 3,3 метра и держателем в комплекте. Батарейки в комплект не входят. Ну, это, думаю, не проблема. В фикс-прайсе также их можно купить. Недорого. Наполнение гелия. Декоративное декорирование помещений. И украшение праздников. Также можно наполнить воздухом. Яркие эмоции и веселье вам будет обеспечено. Знаю, что очень любят такие шарики детки, потому что они все светятся. Что-то интересное и необычное. Снова в продаже новые серии книг. Покажу вам, какие у нас появились. Удобно очень, что цены сразу указаны. Нашего детства байковые одеялки размером 90 на 112, по 199 рублей в двух цветах, это синий и розовый. Смотрю, конечно, что оно по качеству, не знаю, какое будет, но тонковато оно, конечно, смотрите сами. Но вот они у нас есть в фикс-прайсе. А я тем временем вижу еще одну новинку по 199 рублей. Это такой контейнер на 8 литров для мусора. Будет с такой педалькой, видите? На педальку, когда нажимаешь, открывается крышечка сама. Сделан из пластика. В принципе, можно использовать для мусора. Не то что хлюпенький, конечно, но что-то такое бумажное может будет сохранять. У нас только в таком цвете. Покажу вам его со всех сторон. Маленькие корзиночки появились в стиле лофт. Универсальные, по 55 рублей. С ручками. Все сетчатые. У нас они в двух цветах. Вот такой вот коричневый и серый. Думаю, по назначению, как на картинке, использовать очень даже можно. Смотрю, что кошелечки новые у нас были завезены. Яркие, по 199 рублей. Думаю, что многим они понравятся. Еще вижу вот такую вот модельку новую. Очень замечательно смотрится. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, как он сделан внутри. А внутри у нас все обычно, все стандартно, очень приятно. Молния хорошо входит, с золотой фурнитурой. Кстати, ребят, напишите, что бы вы приобрели из всего, что я сегодня показала. Мне будет очень приятно почитать. Вообще люблю читать очень ваши комментарии, отвечать, общаться. Еще есть вот в таком черном цвете с серебром. Мне кажется, что смотрится довольно стильно. Вам как? Новые косметички появились в продаже по 99 рублей. Все сетчатые. Сетка прорезиненная. Основа такая
более тканевая. По цветам покажу сейчас. Есть чисто белая, вот такая серая, синяя. В нашем любимом отделе красоты появилась интересная новинка. Это силиконовая щетка, 199 рублей для очищения лица. Мягкие щетинки эффективно и бережно очищают кожу лица от загрязнений и остатков макияжа. Регулярный макияж расслабляет мышцы лица и придает коже более упругий и подтянутый вид. Регулярный массаж. То есть можно и массажировать. Сейчас мы ее откроем и посмотрим внутри. Вот так вот выглядит эта щеточка изнутри. Вся силиконовая. С двумя сторонами. Кнопочка включения и выключения. Щетинки очень мягкие, настолько мягкие, что я даже не знаю, будет ли она действительно что-то делать. Вот здесь вот у нас открывается и вставляются батареечки. У нас предоставлены 4 цвета. Сейчас я вам все их покажу. Розовый, сиреневый, голубой и бирюзовый. Надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик и наши новинки. Пишите обязательно в комментариях, чтобы вы приобрели себе. На сегодня с вами прощаюсь. До новых встреч, до нового видео. Спасибо за лайк и подписку. Пока-пока.